это сейчас происходит наиболее такая тяжкая процедура, драматическая, это опознание погибших. Вот. И люди в очень тяжелом реактивном состоянии, конечно. Практически все прибыли вчера, и ночью они провели в неизвестности. Вот. Были достаточно тяжелые реакции стрессовые, с которыми врачи справлялись, то и специалисты местные, и мы, и специалисты МЧС, психологи. Вот. Ну, сейчас процедура налажена, там все происходит, не все родственники могут справиться, сразу произвести опознание. Ну, мы им помогаем. В ряде случаев достаточно психологической поддержки, психотерапевтические приемы различные. Вот. Но многим приходится давать седативные препараты для того, чтобы снять напряжение, тревогу избыточную, которая мешает им сейчас вот сосредоточиться и проводить действия рациональные, которые сейчас от них требуются. Вначале им показывают фотографии. Вот. И когда приблизительно человек может сказать, что да, вот похожий, тогда уже показывают непосредственно погибшего. Там всего 25 трупов или 26. Да, 26. Мы планируем, значит, на сегодняшний день до конца дня обосновать, значит, все тела, которые находятся у нас на месте. Для этого все мероприятия администрации области, города проведены. Финансовые средства для выделения транспорта и услуги ритуальные уже выделены, решено. Транспортного сообщения проблем нету. Доставка организована специальными ритуальными машинами. По мере опознания, получения справок о смерти, сегодня уже ночью было отправлено две ритуальные машины, одна в Москву, одна в Санкт-Петербург, по мере опознания в 12 часов и в час ночи. Сейчас идет опознание и получение справок по остальным погибшим. Предполагается, что родственники будут отправлены в Москву и Санкт-Петербург на поездах РЖД.